Президент России Владимир Путин поддержал предложение Евгения Куйвышева по импортозамещению в строительной сфере, а именно по выпуску оборудования и комплектующих. Глава региона заявил о готовности Среднего Урала к выстраиванию такой работы на заседании Президиума Госсовета. Если сейчас не заняться работой по подготовке программы и ее реализации, о переоснащении всей нашей строительной индустрии, то через некоторое время может случиться так, что не из чего будет строить и нечем. Параллельно ей необходимо разработать и взаимоувязанную программу развития отрасли строительных материалов, уделяя особое внимание выпуску станков, техники, оборудования для стройиндустрии. По словам губернатора, опыт Свердловской области говорит о том, что строительная отрасль и производство строительных материалов существенно влияют на динамику развития экономики и социальной сферы. При этом, если основные стройматериалы выпускают в России, то зависимость от импортного оборудования и комплектующих велика. Евгений Куйвышев добавил, что Средний Урал с его развитой машиностроительной базой, конструкторскими и инженерными кадрами готов организовать выпуск техники и оборудования для стройиндустрии. Хотел вас поблагодарить за ваше предложение. Что касается отсутствия в должном объеме отечественных материалов и техники, оборудования, вот в этом как раз и кроются возможности для нашей экономики и структурных изменений, и качественного роста. Нужно использовать освобождающиеся ниши на внутреннем рынке для того, чтобы заполнить эти ниши качественной отечественной продукции.